Старт-машина начала свой отрыв. И поехали! Дан старт приза Супер-Дерби. Лучше всех принимает Манифест Аш. Очень резво он на коротке. Манифест Аш легко. Владимир Гориханов перехватывает своих соперников. Садится на бровку. Прям играючи, как сделал Берович в прошлом заезде. Манифест Аш впереди. Тринитати 7. Садится рядом. Лошадь входит в первый. Левый поворот, Вульфен Лок попадает третьими колесами, далее под первым номером Тайми Банк ВП. Тут же рядом Григорий Рым. 34, хорошая первая четверть. Впереди Манифест Аш. Тут же рядом Тринитати 7, Вульфен Лок третьими колесами прошел первый левый поворот. Лошадь выходит напрямую вдоль трибун. Манифест Аш впереди, тут же рядом Тринитати. Вульфен Лок делает бросок на прямой вдоль трибуны. Старается перехватить лидеров этого заезда, сесть на бровку. Но слева очень сильная лошадь. Не Тринитати 7, 33. Хорошая вторая четверть. Силовую езду нам показывают наездники. Не стал Раи перехватывать, берет на себя. Старается сесть на бровку, но там Грегор РМ, Вадим Кулыгин не пускает его в спину. Тринитати со всеми лошадь ходит во второй правый поворот. Впереди Манифест Аш, тут же рядом Тринитати 7. Далее третьим колеса, опять третьим колеса Вульфен Лок попадает во втором повороте. 38, очередная хорошая четверть. Третья четверть в 30. Заезд выходит на предположенную прямую. И снова Вульфен Лок поехал вперед, вставлять лидеров этому заезда по дистанции. Впереди Манифест Аш. Тут же рядом Тринитати 7. Тут же рядом Вульфен Лок. На четвертом месте Грегори РМ. Тут же рядом Тайми Банк ВП Дениса Николина. Четверть была пройдена за 29,8. 29,8. Здорово едут. Первые 1600 метров. Около 2 минут. Чуть-чуть потише. Впереди Манифест Аш. Тринитати 7 рядом. На третьем месте Вульфен Лок, тут же рядом Грегори РМ, там же Тайми Банк ВП. Заезд у нас в последнем левом повороте. Впереди Манифест Аш, тут же рядом Тринитати 7. Допускает сбой Вульфен Лок, выбывает из борьбы за самые высокие места. Грегори РМ на третьем месте. 29,6, класснейшая пятая четверть. Заезд выходит на финише прямую. Тринитати 7 выходит вперед. Делает свой бросок из-за спины Грегори РМ. Тринитати 7 или Грегори РМ. Снова эта пара. Тринитати 7. Грегори РМ делает свой бросок. Последний Грегори РМ. Последний Тринитати 7. Финишный стоп. И Грегори РМ выигрывает суперприз дерби.